Всем привет, друзья! Моя коллекция кукол Лол хранится там же, где они живут в наших мультиках. И периодически куколок, так же как и все игрушки, нужно мыть, потому что они здесь пылятся, пачкаются. Не только куколки, но и их домашние питомцы, а также малыши. Поэтому именно сегодня я буду купать всех своих куколок Лол. Так, где же еще куколки? Ага, пчелка в магазине. Так, а эти куколки у нас на карантине. Их тоже нужно искупать. Также мы сегодня разыграем еще одну куколку Лол. Вот такую куколку Лол Сюрприз Винтер Диско получит тот, кто сумеет сосчитать всех куколок, которых мы сегодня сможем искупать. Так, куколки у бассейна. Куколки пьедестала. Малыши из песочницы. Так, все-все-все, никого не пропущу. Куклы с детской площадки. Солнце, единорожка, потом покатаешься. Принц, не спрячешься. Итак, здесь я организовала такое местечко для куколок. Те, которые с волосами, им понадобится фен, чтобы прическа не испортилась. Сейчас наберется водичка. Добавим нашим куклам пены. И можно приступать. Я надеюсь, вы не забыли их посчитать. Ведь кто правильно напишет, тот получит куколку серии «Зимняя дискотека». И, кстати, в предыдущей серии мы разыгрывали «Мисс Джайв». Сегодня победитель был определен. Комментарий есть под видео с мороженым, где открыты комментарии. Победителя просим связаться с нами ВКонтакте или в Инстаграм. Костюмчики, причесочки, чтобы наши куклы на видео выглядели идеально.
Так, есть у нас еще вот такой мальчик с волосами. Прическу трогать не будем, чтобы не испортить. Glamour Queen. И длинножжка. Ух ты, а мальчик у нас цвет, что ли, меняет? Интересно, в какой воде? Давайте включим горячую и проверим, что-то у него костюм, по-моему, поменял цвет водички. Ух ты, смотрите. Прикольно, он меняет цвет в горячей воде, и костюм у него стал розовый. Здорово, включим холодный. Опа! Прикольно. Так, а давайте включим горячую и посмотрим. Может, еще есть куколки? По-моему, вот это еще меняет цвет. Да, точно, горячей воде. Так, так, так. Ну что ж, все наши куклы чистенькие и ждут, пока я их просушу. И мальчика с волосами мы все-таки случайно замочили, поэтому придется его срочно сушить, чтобы прическа у него осталась такая. Кукол я мою примерно раз в месяц, наверное. Чтобы они оставались красивыми.